14-й раз в Пинске начал свою работу летний лагерь «Лидер». В дни школьных каникул старшеклассники, активисты, готовые проявить себя и поддержать любую инициативу, собрались вместе, чтобы заняться интересными и полезными делами. Их цель – приобрести новые знания и навыки, которые пригодятся в будущем. Деятельность лагеря направлена на формирование лидерских качеств. И здесь не случайные ребята. То есть это прежде всего ребята, которые обладают лидерскими качествами, которые могут повести за собой, которые легко входят в новый коллектив. Вот. И за первые 3 дня лагеря, деятельности лагеря, ребята показали, что они действительно пришли в нужное место, и им здесь интересно. Эти ребята нацелены на успех. Они уже много знают, но узнать хотят еще больше. А потому для активистов молодежного движения подготовлена очень насыщенная программа. Это экскурсии на предприятия и в организации города, где их знакомят с деятельностью руководителей и управленческими функциями. И не только. Одна из первых встреч состоялась в городском отделе ЗАГС, который размещается во дворце Бутримовичей, где тесно переплетаются история и современность. Елена Амельянюк, начальник отдела, познакомила молодых людей с работой этой государственной структуры, с которой наверняка будет сталкиваться любой человек в течение жизни. Включены в программу мастер-классы, творческие встречи и круглые столы. Не забыли и о развлечениях. Это очень интересно, потому что ты видишь много нового, того, что не всем доступно увидеть. Ты всегда имеешь возможность задать вопросы, интересующие тебя более взрослым, опытным людям, и это не может не нравиться. У ребят за время пребывания в лагере есть возможность для самовыражения. Проявить свои творческие способности они смогли на концерте во время открытия смены. Поздравить молодых лидеров пришли гости, представители общественных объединений, руководство города. Я хочу от всей души вам пожелать здоровья, успехов. Я хочу пожелать вам позитива, желания творить, двигаться только вверх и нисколько не сомневаться в своем успехе. Но вы должны понимать, что сегодня от вас, наша золотая молодежь, зависит не только ваша судьба и ваше будущее. От вас зависит судьба и будущее нашего города. От вас зависит судьба и будущее нашей страны. Определенной долей ответственности они уже обладают, но в лагере «Лидер» у них есть возможность развить новые качества, благодаря которым эти молодые люди станут в будущем успешными. Они об этом не только думают, но уже действуют.